Конец августа, а значит, впереди у аграриев хлопоты. В ГУПах готовятся к осенней посевной кампании озимых культур. Поэтому, чтобы уже в следующем году собрать добротный урожай, нужно провести предварительную проверку семян. Для этого сотрудники Россельхозцентра выезжают лично на предприятие. Вначале собирают образцы семян при помощи специального цилиндрического щупа. 250 вот это то, там этот, то мы должны сделать 5 точек здесь сделать, надо будет нам. Если чуть больше, то 11 точек мы должны, если большая партия, то 11 точек мы должны это сделать. ОПХ «Нестеровская» уже проходила подобную процедуру в этом году. Семена не соответствовали тогда нормам посевного качества. Им дали время для очистки семян и обработки их от болезней. Эти процедуры на предприятии провели. Теперь остается ждать результатов из лаборатории Россельхозцентра. Что там будет? Пройдет, не пройдет, обратно мы сейчас в лаборатории разберем этот анализ, тогда дадим заключение, готова эта партия к высеву, не готова. Собрав пробу с 50 тонн запаса семян, со склада образец везут прямиком в лабораторию. Здесь уже культуру будут проверять по 5 показателям. Чистота, отход, влажность, масса и жизнеспособность семян. Начнем делать разбор образца, который мы отобрали. Вот данный образец высыпали в общую чашку, размешаем тщательно, весим килограмм. Это у нас получается килограмм, это проба наша. Мы с этого килограмма отбираем по 100 грамм две нарезки, по 50 грамм две нарезки выделяем. А остальное мы высыпаем, подписываем данный образец и ставим на хранение. Самое эффективное решение для хорошего будущего урожая – вовремя выявить источники заражения и проверить репродукцию семян, чтобы в дальнейшем не столкнуться с плохой всхожестью на полях. После того, как исследования завершат, каждому ГУПу даются необходимые рекомендации, как получить хороший урожай. А они будут зависеть от оценки качества семян. Даем рекомендации по итогам этого проведения анализа, каким препаратом можно протравить семена, потому что заболеваний много. Чтобы сохранить наш урожай, наши всходы, чтобы были дружные, здоровые, обязательно эти семена должны протравить производители, сельхозпроизводители. На сегодняшний день проведены исследования в 2 унитарных предприятиях по качеству семян. Процедура затронет каждое хозяйство республики. От работы Россельхозцентра зависит, какой урожай соберут. Нужно только следовать рекомендациям специалистов. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Ахмед Горбаков, Новости 24.